Вот, смотрите, есть у вас DVD-файлик, например. Вот это VTS 0.1.1 WOP. Но у него разрешение 720 на 576. Если вы будете заливать на YouTube, то YouTube пережмет в 480 строк. Получается, 104 строчки потеряются. Поэтому нужно это видео апскейлить, то есть разрешение сделать повыше намеренно. Вот, закидываем ругнулся то, что не понимает аудио, но дорожку можно потом приклеить. Эпизод. Настройки последовательности. Вот, и здесь ставите 1080. Ну и здесь примерно 1400. Чтобы соотношение сторон соблюсти. Нажимаете ОК. Вот оно, это видео. Теперь мы масштабируем его. Вот, и видно, что слева-справа остаются поля. Поэтому их можно обрезать. Опять эпизод, настройки последовательности. И вот здесь поставить, например, 380. 1380. Соотношение, но пропорции видео не изменится, потому что вот пропорции пикселей стоят, вы их не меняете. Вот, ну и такая тоненькая рамочка везде осталась, можно еще чуть подрастянуть. Все, теперь сохраняете эту байду. Да, вот это у меня бывает глюк такой. Придется перезапустить. Открыть последний. Экспортировать. Ну давай ты уже. Не хочешь ты все, хоть ты тресни. Я видео пишу. Ну так как у меня аудио, он там ошибку выдал, то без аудио. Аудио я потом в Avidi Mux приклею. Здесь CBR. Максимальный битрейт. Наилучшее качество визуализации. И все, экспорт. Вот, он экспортируется. Потом заливаете на YouTube. И получается 1080p. То есть 104 строки не потерялись. Всем пока!